عن القوات المسلحة، قال محابس إن أبرز النقاط الخلافية في قانون الحشد الشعبي هي أن التحالف الوطني يريد أن يكون ارتباط الحشد. Меня зовут Абу Мучтаба. Я из Ниджефа, и мне 35 лет. Работаю на машине. Я начал работать на маленькой машине, потом, по милости Всевышнего, смог купить машину побольше. Вся моя жизнь проходит в этой машине. Все, что зарабатываю на ней, трачу на семью. Когда отправляюсь на водоочистительную станцию в Ниджефе, задерживаюсь на день-два, пока до меня дойдет очередь набрать воды. Самое тяжелое в нашей работе – это долгая задержка. Можем стоять в очереди до двух дней. Это очень усложняет нашу работу. Во время Арбаина я, мой брат и кузен на машине служим паломником имама Хусейна, мир ему. Мы занимаем очередь у водоочистительного завода в Ниджефе и ждем там день-два, пока дойдет наша очередь, чтобы набрать воды. Набранную воду мы привозим к палаткам и раздаем бесплатно паломникам. Воду, которую мы доставляем, паломники используют для мытья и купания. Она не предназначена для питья. Работа на машине тяжелая. Во время Арбаина работаем по 24 часа. Я не могу проведать свою семью. Ночуем в машине, так как приходится ждать своей очереди. Моя работа очень тяжелая. Бывает, иногда мотор заглохнет или шланг порвется. Все это требует сил и времени. После того, как мы набираем воду, привозим ее паломникам. Не бывает возможности отдохнуть хотя бы 10 минут. Нужно сразу ехать, чтобы не пропустить следующую очередь. Во время Арбаина наша работа настолько тяжела, что однажды после нее я заболел и 7 дней лежал в больнице. В целом, это работа, которую определил для меня Всевышний. Это то, что я умею. И по-другому у меня не получается служить паломникам имама Хусейна, мир ему. С помощью Аллаха я продолжу работать и служить имаму Хусейну, мир ему, и его паломникам.